Привет зрителям ТВ Джем. Меня зовут Елена Марцинковская. Я являюсь преподавателем учебного центра «Алгоритм». Веду курс «Свадебный стилист» и курс «Плетение кос». Сегодня мы с моей моделью Юлией покажем вам плетение обратной косы. Для работы нам понадобится расческа, силиконовая резиночка, воск. Итак, за дело. Возьмем немного воска, распределим его между ладонями и аккуратно нанесем на волосы нашей модели. Здесь главное помнить, чтобы воска не было слишком много. Если вы нанесете слишком много воска, то у вашей модели волосы будут выглядеть грязными. Выделили прядь волос, хорошо прочесали. Главное, обратите внимание на постановку рук. Потому что как правильно у вас будут стоять руки, от этого зависит правильность нашего плетения. И начинаем плести обычную трехпрядную косу. В каждую правую прядь мы будем делать подплет справа, в каждую левую прядь мы будем делать подплет слева. Обязательно следим за тем, чтобы наши пряди ложились ровно. Берем следующую прядь. Подплетаем справа. Подплет слева идет в левую прядь. Плетение продолжаем, производим все те же незамысловатые движения. Справа добавляем подплет в правую прядь, слева в левую. Единственное, что я решила свою косу пустить слева направо, то есть она у нас будет идти по диагонали. Не забываем наши прядки поправлять. И для того, чтобы наша коса была более объемной, я предлагаю вытянуть из каждого подплета петельки. Для того, чтобы коса оказалась более ажурной и более объемной. Эта коса подойдет как для тонких волос, так и для обладательниц густой шевелюры. И также помним, что сделав 3-4 подплета, мы с вами вытягиваем петельки из нашей косы. Нашу косичку мы доплетаем. Берем резиночку, делаем крепление. Вытягиваем петельки. Оформляем нашу косу. И опять же помним о том, что крепление мы можем делать не только резиночкой. Мы можем прикрепить сюда красивую заколку. Мы можем косу заплести полностью до конца и уложить в красивый пучок. То есть это уже на ваше усмотрение. В данном случае я закрепила резинкой, поправила. Чтобы наша коса лучше держалась, мы можем закрепить ее лаком. Помогая себе расчесочкой. Вот такая коса у нас получилась. Приходите к нам на мастер-классы в учебный центр «Алгоритм». С вами была Елена Марцинковская, и мне помогала модель Юлия. До новых встреч на ТВ Джем!